Есть чувака, который в стройке сидит, у него там свой кабинет, все такое. Плижникова, да? Да. Это исчерпывающее описание. В стройке сидит Плижников. Плижников Андрей, он раньше в ресторанах работал везде. Ну вот. Такой вот он. Так, сейчас я включу. Ясен, Леон, Александр. Что, какого он года, что он работал? 96-го года. Я сам не снимал, не разбирал, но поверил ему на слово, что он там что-то вот в 96-го, ну, по серийнику там как бы все сходится. Он активный, да? Да, он активный. Ага. Ну, это тоже делюкс, да? Этот трехполосный эквалайзер, баланс и... Поиграй что-нибудь. Большими этими магнитами всегда хотелось мне потрогать. Жизнь состоялась тебе. Крутилка, громкость, понял, все понял. Крайний сигнал, я знаю, какая была. Это середина.